Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня у нас воскресенье, и мы с вами поиграем в игру под названием Street Games 97. Надеюсь, не будет авторских прав на эту музыку, потому что это будет очень сильно дерьмово. Игра у нас, значит, в жанре спорт рейсинг. Сейчас я немножко тут подроникаю, чтобы не пошла заставка никакая. От разработчика Sony, и издатель у нас тоже Sony, 97-го года вроде как выпуска, или 96-го, не знаю. Я так понимаю, что эта игра у нас получается первая часть из серии Extreme. Вот там есть игра 2 Extreme, 3 Extreme, а я так понял, это первая часть, ну это я так понял, не знаю, я первую часть не нашел Extreme этого, я думаю, я так понял, что вот этого нам. Что такое рейс? А, это просто рейс. Так, курс, ветеран, что ты хочешь от меня? Player 1, select, one player. Что такое Player One Select? Как нолик? Посмотрим сейчас на игрушечку. Заценим, что за... Я не знаю, не играл в нее. Она, кстати, только на японском, но она на английском. Это ты мне типа... Create? Тут можно создать своего чувака, представляешь? Скейтборд, inline skate, snowboard, mountain bike. Вот это хочу на маунтинбайке, короче. Так, короче, какая разница, пошли, знаю. Погнали, в общем, поиграем. Экстрим спорт, это наше, это наше. Это мы по-любому, потому что... Потому что нихуя не работают. А как? Почему one player? А, окей. Exhibition, давай... Подожди, курс? Значит, получается exhibition. Или чё? New season. Load season. New season. Хорошо. Player... По приколу, раньше с трех букв называли. Как это с трех букв? Я в шоке. ВАЗ. О, ВАЗ, автозаз. Нормально будет. С трех букв. Что можно с трех букв написать? Так, опции Player One Select Season. Я не знаю, вот это Player One Select, оно надо, не надо. Давай сезон. Race. Разберемся по ходу действия, короче. Какая разница? Вот, Street Games 97, Африка 3 на великах. Вот, на великах это я люблю, это я вообще... Вот и плохо, что игр на великах очень сильно мало. Как газовать? Ух ты! Так, газуем как? Как газовать? Ага, X, хорошо, окей, погнали. И что тут надо сделать? Просто их догнать? А что я так медленно еду? Ты можешь быстрее ехать? Так, может... А квадратик прыгать, окей? Да-да-да, это, походу, первая часть. Ой! Ай! Башка! Опа! Тут еще драться можно, ни хрена себе! Лыла зебра! Там. Блять, я упал! Вставай, вставай, вставай! Как ехать-то это самое? Да езжай! Как быстрее ехать? Почему он так медленно едет? Оп! Он очень, сука, медленно едет! Машина! Да вы что тут нарасставляли? А зачем заборы? Квадратик прыгать, что у нас нолик. Сейчас нолик. Надо попробовать, блять! Как сложно-то! Во, там слоны! Что такое нолик? Нолик это пригнуться. Хорошо, что такое треугольник? Слайд какой-то. 350. Здесь на инерции, я так понимаю, надо ехать, да? Воу, хорош попал. Слон! Ни хрена, а тут трюки можно крутить, нет? Ай, башка. А как, что ты такое управление хуевое у тебя? Чувак, слышь, ты же на велике едешь. А что ты не едешь-то? Спид, чё спид? Не едет ни хера у меня, чувак. Не видите, что ли? Не едет. Не хочет ехать. Давай, давай, крути, 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 крути. Вот это разогнался, смотри. А, тут надо клацать икс, что ли? Он вроде так не ехал быстро. Трамплин! Как здесь трюки? Трюхи. Езжай быстрее. А это, слышите, как трюки крутить-то? Шифты, может быть. Фу, что-то он трюки не хочет мне как крутить. Бляха. Блин. Я, короче, последний еду, не знаю, как здесь первым вообще реально приехать. Ай, башка, руки, 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 блядь. Чё с тобой, чувак, творится? Хилка, аптечка, что-то дали. Езжай быстрее, чё ты так медленно-то едешь, алё. Может, я не те кнопки жму, ну вроде жму. Вот чё ты не едешь, объясни мне. Переби. Чё переби? Он не хочет ехать у меня, я что, виноват?
Может быть, сила это надо по прямой только разгоняться, а там ехать тупо на яйце. Где моя скорость? Где мой спидометр? Какого хрена спидометр не дали? Машина! Q50! Кто деревья насажал, блин, посреди дороги? Какого хрена? Мы что, в России, что ли? Да поехали! Да как здесь вообще первым? Можно реально приехать? Ха. Он не едет, он вообще не едет. Я нажимаю, он не едет, он просто тупо не едет. Аптечка. Вот он не хочет ехать, и пипец. Ну вот хочешь сказать, он едет вот это вот. Я, например, хочу сказать, что он вообще дурак. На велике и так не ездят. На велике надо быстрее ездить, чувак. Что такое сила? Крути педали, уху, пока пизды не дали. Блин, в смысле? Проехал мимо, видал? Так я их не уже не даже. А, вон, 40 миль у меня скорость. Чё так маленько? Давай быстрее, быстрее, быстрее. 30. Как мне догнать хоть кого-нибудь? А, камень. Хотел срезать, не получилось. У него управление очень сильно дерьмовое. Он же не едет, ни хера, видишь? У него управление вообще дерьмовое. Просто, просто ужас. Бэш, бэш. А этот... здесь есть конец карты или нет? У меня еще такой вопрос. Карта вообще заканчивается или здесь-то просто ты едешь, пока у тебя, блин, не знаю, колеса не... Кто дом здесь поставил? Ну, едеть твою мать. Он такой, блин, маленький, я в него попал. Блин, туфивки. А что там, как там слайд, подожди. А, вот это, что он делает? Что вот это он за трюк такой делает? Суперский. Что ты делаешь? Вот не понимаю, что он делает вот это вот. А, тормозить что ли? Это тормоза на треугольник, мне неудобно. Блин, а как их догнать-то? Хоть увидеть. Почему трюк нельзя крутить? Ну, музычка вроде нормальная такая. Только не экшеновская ни хера ни разу. Потому что слон! Слон, не сри на меня, пожалуйста. А то если завалит все, я уже не встану. Это обязательно через ворота, например, вот эти проезжают. Все, финиш. Я увидел финиш. И все меня тут уже давным-давно ждут. Говорят, ты, чувак, ты, блин, мы тут уже спим всякий раз. А ты, блин... Фуф, трикс. А да, трикс. А как трюки крутить-то? Кнопки какие? Не трючить ни хрена. А чё, зависло что ли? Не зависло. Чё-то сложненько. Рекорд файл not present. Чё, я проиграл? Ну давай, может, player select, я не знаю, может какого-то на это, может круче какого и чувак есть, я хер того знает. О, подожди, а я как я узнаю, какая следующая дисциплина? То есть меня, если я выбрал вот этого чувака, то у меня этот чувак получается, да? Смотри, я могу снять все с скейтборда, например, если у меня, например, ну не дисциплина скейтборд, хендлинг, управление, акселерация, топ спид. А чё я не могу сюда? А, я могу оттуда снять, туда поставить. Хорошо, окей, плохо. Надо... Давай вот так попробуем. Управление, в принципе, у него более-менее нормальное. Тю-тю-тю. А как здесь на сноуборде? Как покататься-то? Сезон. Сейв сезон. Лоад сезон. New сезон. Exhibition. А, так просто вот Exhibition давай. Эксгибиционизм давай. Да и все. А почему нельзя выбрать трассу? Ну, в смысле, я на велике. Я хочу, например, на сноуборде попробовать. Покататься. Или там на скейтборде. Почему именно на великах? Или тут одна карта всего? Go! Так, ну-ка попробуем их сейчас как-то... Вот почему они быстрее едут, чем я? А? Вот дивы, смотри, что творят. Почему они быстрее едут? Я не понимаю. Вот быстрее езжай, чувак. Ты что так медленно едешь? Ой. Он очень медленно едет. Они быстрее раз в 500 едут. Вот это я разогнался только что хорошо. Одного вроде обогнал. Одного. Ага, конечно. Обогнал ты его.
Ни хрена! Как трюки так крутить, иди, твою мать? Ну и, блин. Чё? Эксит мне дай. Эксит сказал, нолик. Yes! Я хочу не на велика, давайте на чем-то еще. Что-то здесь велики какие-то угрюмые, унылые, вообще ужас. Просто, ну, и едешь, крутишь педали, как и они. Они быстрее едут все равно. Это нехорошо. Exhibition ветеран курс. Про? Я ветеран? Экстрим? Ха, вы серьезно? Рокки я, конечно же. А курс? Что такое курс? Курс это у нас трасса. О, на великах, Африка 3. Ролики. Давай ролики. Давай пробуем на роликах. На Рокки, да, рейс. Start race on the rolling. Как трюки-то крутить? Подожди, может быть нижние шифты? Или может быть вверх там что-то? Я не помню. Я вроде в какую-то, то ли в третью часть пробовал. Так. То ли в какую. А чё они быстрее опять едут-то, суки? Быстрее гони, чувак! Что тебе нажать, чтобы ты быстрее, сука, ехал? Как трюки крутить, скажи мне лучше, пожалуйста. 250! Фу! Как трюки-то идти, твою мать, крутить? Максимум Эйр, газуй! Максимум Эйр, минимум Эйр. Воу! Мне тут пытаются эти сбить. Плакаты какие-то. Во! Что-то сделал. Или не сделал? Да, блять, как крутить-то идти, твою мать? Пружинка у меня есть. Па-па-ра-бам! Па-ба-ра-ба. Ау, больно. 30 миль как на велике едут. Прикинь, на роликах могут как разгоняться. Что ты... Что он сделал? Нолик, что ли? Нолик крутить педали? Ой, говорю, на роликах крути нолики педали. Нет, как крутить-то ебаные трюки? Сия, спид, скорость. Во, вот это я разогнался прям вообще. Ну, езжай, давай. Ну, где вы там? Блять, как крутить трюки-то, елки, 20. Не понял, клацаю все кнопки, ни хрена не получается. Не работает. Может быть, вверх надо нажимать? Ай, бляха. Газуй, 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 у меня скорость еще есть. Хорош. Вот это скорость, мать его. Аптечку взял, зачем мне аптечка? Что такое аптечка вообще? Что обозначает? Ди-ди-ди-ди. Вот, как-то, ну что за херня? Что-то сделал, как сделал? Может, X? Не понял, какую кнопку-то нажимать? Сейчас разберемся. Оуч! Вот это скорость, сука. В смысле, скорость. Да, X-ом, окей. Так бы и сказали, я откуда знаю. Ну и что ты не крутишь, эти X клацаю, что ты, слышь? Мудень. Скорость давай мне. Я почему девятый-то еду? Вроде сколько народу обогнал, а, блядь, девятый еду все равно. Ну ладно. А где трамплин? Это что, мы по каким-то музеям катаемся? Трамплинов нет. Вот трамплин. Да, не понял. Он клацаю X, ни хрена не... Может, просто не X? Может, просто нажимать... Да ни хера, блядь. Как... Блин, квадратик-то прыгать, ну. Максимум Air. Квадратик прыгать. Он не крутит ни пизды. Какого хрена он там крутит, а тут не крутит? Или он выборочно? 500. Что ты делаешь? Дурень. 250. Ну вот как он крутит так? Почему крутит и не крутит? Там крутит, а тут не крутит. Ну что ты? Воу, блядь. Так, стихо, плакаты пытаются сбить. А, сбил, сука. Почему я девятый и никого не догоняю? Вроде еду быстро. Что за херня? Привет, уже десятый. Какого хрена? Вы так серьезно здесь работаете, да? Как крутить-то, ептить твою мать, трюки? Я знаю, что тут трюки можно крутить, только как их, сука, крутить? Не понимаю.
Да Handsome Air, Handsome Air. Да не крутит он ни пинделей. А что-то пытается, блин, ноги сложить и все, больше ничего. Больше ни на что у него не хватает, блядь, мозгов. Кошмар какой-то. Как крутить? Я помню, в третьей части там можно было такое финтярить, просто тупо жопа. А здесь вообще ни хунделя. Вот опять, смотри, треугольник уже нажал, уже треугольник крутит. Я не понимаю, какую кнопку нажимать-то? Да, сука, дурень. Ну, езжай впи... Ну ладно, давай так. Ай, блядь! Вот это каще! Уже, это, блядь, уже, блядь! Как в это можно играть-то, блядь? Как? Да, окей, 10-й, я понял, что я 10-й. Я сделал на 100 трюков, прикинь, на 100 очков, обалдеть! Чё-то как-то здесь уныленько, совсем ужас просто кошмарный. Здесь есть тренировка, нет? Так, не рейс, нам надо курс. Давай курс поменяем. Курс на скейт. Вот, курс на скейт. One. Блин, здесь такие треки еще длинные, прям вообще жопа. Я даже на роки не могу пройти, это нереально просто, я вам отвечаю. Лос-Анджелес 1 на скейте. Кошмар! Как в эту игру вообще можно играть, если она непроходима? Гоу, давай. Давай ножкой, ножкой, ножкой работай. Ножкой работай, работай. Оп, так, присели, как присесть? Ага, на... тут можно, блин, же аэродинамику себе, сука, делать еще, чтобы быстрее ехать, окей. Я понял. А, вон оно как, сука, тут вот так надо делать. Тут надо приседать, и у тебя скорость тогда выше. Блин, так вы и сказали, я откуда знаю. А на велике тогда что делать надо было? А смотри, у него скорость и так догоняет, ну... И так набирается, даже не надо будет и подталкиваться. Смотри, о, что я творю, что... Оу! Хорош плакат, спасибо, чуть не подбил меня, падла. Тю! Тю! Пум-пур-бум! Смотри, что делаю, смотри, третий еду. Что это? Скорость! Все, до свидания, ребята, у меня скорость. Блять! Ты не падай, нет, чувак, ну вставай, блядь. Да езжай ты, сучонок, ты подлоскан. Блин, ты так ехал и так вот затупить, ну. Здесь, короче, надо просто ехать, трюки здесь не надо, я так понимаю, делать. Потому что будешь делать трюки, все равно они не делаются. Тири-тири, смотри, какая скорость. А я думаю, что их не догоняю. А здесь нужно нолик просто тупо держать все время. Просто тупо на нолике. Как ты крутишь свои педали? Ты об дерево, что ли, долбанулся? Ты обделался? Давай, езжай. Ай, башка. У меня скорость, блин, я их не догоняю, как так-то? Не, смотри, какая скорость, я просто тупо лечу, как... Да, конечно, лечу. Ага. Меня там последний чувак, где-то кто-то пытается зажать. Да езжай, давай, быстрее. Вот он дол... Да... Как здесь эти трюки, я не понимаю. Какую кнопку хотя бы жать, скажите. Ну и толку с этой скорости, я не понимаю. Она же вообще не работает. Куда ты поехал, блядь, с этого? С улиц. Езжай нормально. Опа. Да, бляха-муха. Здесь еще вот этот 2D, ты видишь, я поворачиваю, а оно меня поворачивает только тогда, когда я камеру, блин, нажимаю. 9-й. Не, я их уже не догоню, это понятно. Здесь нельзя... Здесь минус в том, что комп едет очень сильно четко. То есть здесь нельзя падать. Если ты упал, все, до свидания, ты проиграл. Потому что... Сука. Компьютерный противник очень едет очень сильно четко. Он без... Видишь, смотри, я не могу их догнать. То есть они не падают, значит. Если ты раз упал, то... Да хорош, блядь, деревья, ебени, ты дебил. Что ты за придурок такой-то? Я же вроде нормального чувака брал, нет? 100. Он что-то делает, как летит, короче. В смысле, там чувак был? Или мне показалось? Как их догонять-то, я не понимаю. Едешь. Да скорость это ни хрена не работает, можете не давать мне ее. Так, ладно, не будем прыгать тогда, потому что смысла нету, он как дебил работает. И кто ставит на поворотах трамплины, а?
Так, 58, 50. 62 мили херачу. На скейтборде, мать его. Да, блин, быстрее, чем... Ох, вот это ты молодчик, прям вообще прям перецепился, да? Тюх. Тюх, осель. Воу. Спокойно. Попал. Спокойно. Аптечка. Зачем аптечка? Я смотри, вот зачем скорость, я не понял. Что скорость дает? Если я... Блин, если я еду точно так же, как и еду без скорости, то вот это вот нормальные, ребята. Тоже хорошо. Ну, то все, я, в принципе, максимум седьмой вот этой приеду. Потому что здесь нереальчик. Ой, хорош, там можно пролететь было. Опа. Зачем вот эти вот штуки? Может, их как-то активировать надо? Типа на треугольник. Так, я не... Финиш, я седьмой. Да, это нереально вообще. Здесь нельзя просто тупо падать вообще ни разу. Просто, если ты упал, все, ты уже первым никак не приедешь. Никак, хоть ты... Интересно, сноуборд посмотреть. Сейчас мы еще сноуборд заценим. Так, значит, у нас курс. Правильно? Курс, да. Курс, и берем курс на сноуборд. Где мой сноуборд? Эй! Африка великий, Japan One. А почему Japan? Ну давай два, я не знаю, а в чем прикол? Почему Япония? Ну давай тогда рейс, какая разница? А тут точно так же, только на снегу будет. Japan 2, сноуборд. Блин, там помню, на Соньку было сноуборд какой-то прикольный очень. Не помню, какая часть. Что-то про сноуборд там была прикольная. Какая-то игра. То ли... как там? Что вы делаете? Как она называлась? То ли Cool Borders, что-то типа того, что-то. Что так медленно едем? Опять. Да блин, они херачат, смотри как. Епень. Что происходит? Я как дам? Сука, надо их вырубать. Надо их вырубать. Просто тупо вот так подъезжаешь, сука, и вырубаешь. Ща кому-нибудь как втащу. Как втащу, блядь. Как... Ой, блин, перецепился через камень. Кто там камешек поставил? Let's grumble. Да на! Сука, не хочет меня подходить. Там надо еще смотреть камни осторожно. Куда ты летишь? Ты езжай нормально. Тут надо ехать, просто не прыгать, даже трюки не крутить. Потому что трюки — это херня. Здесь трюки тебя только уработают. Вот правильно, минус. Ой, тихо, спокойно. Опа. Зачем здесь очки? Тоже интересно вопрос. Зачем здесь очки на зарабатывать? Вот эти ворота. Зачем? Здесь надо просто ехать прямо и все. Больше ничего здесь не надо делать. Куда ты улетел? Ну-ка, уйди! Сейчас дам! Сейчас как дам, блин. Будешь знать. Так. Вот этот вот четко летит, прям как сучка. Ух ты, блин! Как я так зацепил-то? Куда он делся-то? Куда этот дурень делся? Хорош! Подлетел. Вот это стадионище. Да тут убиться можно. Вы что такое строить? Страшно. Там страшно ездить. Куда ты? Тихо, куда? Непонятно вообще, куда ехать. Блин. Уф. Хорош. Спокойно, пружинка. Для чего пружинка? Пружинка для того, чтобы лучше прыгать, я так понимаю. Да, конечно, трюки вообще четкие идут, да? Я прям трюкач от бога. Аптечка, для чего аптечка-то? Не понимаю, для чего аптечка, но окей. Я вообще не понимаю, для чего здесь в эти штуки. Сука, все, хана. Ну, я же говорю. Тут, если ты упал, то все, до свиданьки. Тебя уже сразу обогнули. И сразу ты уже в последних местах, в последних рядах. Просто тупая я не отвечаю.
камень. Я буду вот так срезать. Привет. Бляха. Как так они не врезали? И сразу все, смотри, десятый. За секунду, я же говорю, один раз. И смотри, перед финишем. Красиво, четко. Да, вот это вот отстой. Это вот прямо отстой. Полный отстой. Да, не очень, скажем так. Ну ты разупал и все, ну что за херня? Они же не падают, а ты падаешь. Получается, смотри, если я ехал всю трассу, ни разу не упал. Ну раз там в конце почти упал, два раза я упал. То получается, что они за трассу, они ни разу не упали. Если они едут прямо за мной. Логика, логика. Значит, херня получается. Потому что если всегда едет компьютерный противник всегда идеально, то это получается читерство, правильно? Потому что ты хоть так, хоть иначе должен хотя бы когда-нибудь врезаться. Но нет, нужно сделать так, чтобы ты ехал прям четко, нигде ничего. А нахрена тогда прыгать, трюки крутить? Тут просто зажал кнопку и едь. Это так неинтересно. Ну ладно, сделали то сделали. В общем, игрушку посмотрели, вот такая вот... Под названием Street Games, первая часть серии Extreme, в общем. Ну, в принципе, что уж еще по ней говорить. Игра так себе, скажем, ни о чем, потому что ничего здесь не происходит. Ты просто зажал кнопку и ты просто поехал. 2D-шная графика ничего нам страшного не дает, но просто как-то все равно бессмысленно, скажем так. В общем, все, закончили на этом с этой игрой, следующий раз посмотрим на другую. Всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте, и всем до встречи в следующее воскресенье и в следующей игре. Все, всем пока.